Привет, народ! С вами снова я, Мо. И сегодня в ролике я вам покажу, как можно изготовить средневековый миниатюрный молот из хлама, который наверняка у каждого есть дома. А если нет, то можно сходить в ближайший строительный магазин и прикупить немного гаек, болтов и изготовить данный молот. Так что я не буду затягивать данный ролик долгими разговорами. И весь процесс изготовления данного молота смотрите дальше в ролике. И смотрим заставоньку и начинаем. Итак, народ, для сегодняшней самоделки нам потребуются шпильки, болты, глиняные гайки, обычные гайки, латунная гайка и латунный лист. Из всего из этого, скорее всего, у вас все это дома есть в наличии. Вот наши все компоненты, которые нам сегодня потребуются. Собираем первый конструктор, так сказать. Это будет первая деталь нашего изделия. Болт на М8, гайки, удлиненная гайка. И латунный лист. Размечаем латунный лист. Будем из него делать проставки. Дальше нам потребуется сверло на 8, шуруповерт, возьмем керн, молоток, делаем метки, сверлим наш лист, распиливаем наш лист ножовкой по металлу. Вот наши шайбочки и собираем конструктор воедино. Дальше я отмечаю маркером место распила болта, чтобы он не был таким длинным. И вкручиваем наш маленький болт в основную заготовку. Вот что-то такое примерно должно получиться. Дальше я размечаю удлиненную гайку, чтобы в ней просверлить в дальнейшем отверстие. Вставляем в тиски. Намечаем и просверливаем. Дальше нашу заготовку вставляем в дрель. Зажимаем. И обрабатываем напильником по металлу нашу заготовку. Вот наш приблизительный результат. И тут, к сожалению, первая заготовка отрывается от основания от перегрева.
Дальше я беру суперклей, наши изделия, и буду между собой все склеивать. Скручиваем наше изделие. Плотно зажимаем, и вот наш молот готов. Кувалда молот. За кадром я также сделал еще подставку для него. И вот изделие готово. Повторить сможет, в принципе, каждый. Вот вы и досмотрели данный ролик до конца. Хочу вам сказать спасибо. Проходим вниз, нажимаем кнопочку подписаться, лайкаем, делимся с друзьями данным роликом, комментируем данный ролик. А на сегодня это все. Увидимся с вами на просторах интернета.